треть месячной нормы осадков за сутки. Снегопад заметно осложнил ситуацию на дорогах Подмосковья. Жители Голицына жалуются в социальных сетях. По тротуарам в районе 273-го километра ЦКАД пройти невозможно. Завалены снегом и подходы к автобусным остановкам. Автомобилисты пешеходов поддерживают. Из-за плохой уборки проезжая часть сужена до одной полосы. Обслуживанием центральной кольцевой автомобильной дороги занимается голицынский филиал «Автодора», который привлекает к работам сторонних подрядчиков. А к ним у жителей округа возникали вопросы и ранее. В ходе транспортного часа, который прошел в администрации округа, Андрей Иванов обратил внимание на ненадлежащее содержание участка ЦКАД-5 и подчеркнул, что если ситуация не изменится, муниципалитет будет вынужден обращаться в Минтранс Московской области и на федеральный уровень с просьбой вмешаться в ситуацию. За минувшие сутки в Подмосковье было очищено от снега и наледи и обработано реагентами почти 37 тысяч километров дорог. Из них свыше 3 тысяч опасные участки. Дорожные службы работают в усиленном режиме. В Одинцовском округе на борьбу со стихией вышли более 100 единиц техники и 180 дорожных рабочих. В первую очередь они очищают основные улицы и остановки общественного транспорта. Дворы и общественные пространства, зона ответственности МКУ, МБУ и подрядных организаций. На этих территориях задействованы 720 дворников и 48 единиц техники.